Василиса Лёхина разрабатывает предвыборную кампанию. На размышления у нее и членов команды всего 15 минут. Девушка признается, за такой короткий промежуток времени нельзя объять необъятное. Самое главное – не давать пустых обещаний. Ведь каждый избиратель голосует за ту партию, которой доверяет. Все четко, понятно, и все то, что я могу сделать. Потому что если я не могу сделать, то они же за мной не пойдут. А не просто «я хочу» и все, а чтобы были еще какие-то факты и понимание. В Самаре прошла деловая игра «Выборы и я». Участникам предложили узнать все тонкости избирательного процесса. Ребята поделились на 5 команд. Одни вступили в политические партии, другие вошли в состав электората. Мы им рассказывали, что такое избирательный бюллетень, что такое ящик для голосования, как происходит опечатка, как мы стараемся максимально, да, обезопасить и сделать комфортные выборы для каждого избирателя. Если сейчас мы начнем работать с ребятами 14-17 лет, то 18-летние, они уже будут более понимать именно эту систему и будут осознанно приходить на свои первые и последующие выборы. За законностью и прозрачностью процедуры голосования следила избирательная комиссия. Чаще всего это ребята, которые занимают там первые-третьи места в онлайн-квизе, который мы проходим в самом начале. Мы на территории Самарской области уже проводили несколько игр, ребятам очень нравится, потому что она совмещает не только квиз на знание избирательного права, но и творческий такой подход. Организаторы отмечают, участие в подобных играх развивает у молодежи чувство ответственности и учит работать в команде. Ксения Баканова, Петр Паламеев. События.